Смотрите, вон там где-то Санкт-Петербург, за моей спиной Хельсинки, а вон в той стороне Стокгольм. А между ними Финский залив. Ой-ой-ой. Скажете, красивый? Конечно, красивый. А спросите, купаться можно? Улетает и все, что ты будешь делать. Можно, конечно, но редко здесь купаются. Холодно, максимум 15 градусов. Вот за все время своих акустических путешествий я записал столько звуков воды, что не переслушаешь. Ну, серьезно, у Финского залива особенный, звенящий, такой холодный саунд. Просто прислушайтесь. Но все-таки красоту и полноту всех шумов Финского залива, или точнее шумов около Финского залива, можно услышать в порту. Здесь по весне оказывается так звучно, так шумно, господа. Прям-таки можно звук записывать, прям-таки можно в трек его включить. Все, что красят, чистят, смазывают, спешат. Сезон же пора открывать. Море не ждет. Пройдусь, послушаю. Характерные звуки окончания зимовки яхт. Абсолютно эстонская тема. Сейчас эту красавицу спустят на воду. Кстати, я сейчас в порту Перита, там, где проходил этап Олимпиады 80-го года. Да, именно так. Кто не знал, яхтенная регата Московской Олимпиады проходила как раз здесь, в Таллине. С тех пор движение яхт в этом месте дополнено олимпийским воспоминанием. Это заключительный звучок в нотном стане Таллинского порта. Стук мачт. Они как будто бы напрашиваются в воду. Говорят, пожалуйста, пожалуйста, выпустите нас. Thank you.